Всем привет! Мы сегодня решим 16-ю задачку из ОГЭ. Катет прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника. Напомню, что в прямоугольном треугольнике есть прямой угол. Вот. А напротив него лежит гипотенуза. Две другие стороны – это катеты. Известно, что катеты равны 8 и 15. Чтобы решить эту задачку, мы воспользуемся теоремой Пифагора. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрат гипотенузы. Гипотенузу мы обозначим С. Значит, С квадрат равно 15 квадрате плюс 8 квадрате С в квадрате равно 225 плюс 54. С в квадрате равно 289. С равен корень из 289. С равен 17. Ответ этой задачки гипотенуза равна 17. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.